Разметка дорог – важная часть безопасности дорожного движения. Не надо никого убеждать в том, что намного безопаснее чувствуют себя пешеходы и водители, когда четко просматривается пешеходная зебра. Даже самый лихач притормозит, завидев ее издалека, а тем более переходящего улицу пешехода. Помимо всего прочего, насколько наряднее и, если хотите, цивилизованнее выглядят дороги и тротуары. Сегодня уже хорошо заметна работа специалистов Брестского участка строительного монтажного предприятия. Они разукрасили бело-желтой краской многие улицы. По решению горисполкома, который на сегодняшний день вынес решение о наведении порядка в городе, мы начинаем разметку. Решением председателя горисполкома выделены нам деньги на это, 400 миллионов. Вот, мы, значит, будем проводить разметку эту, чтобы город был красивее, радовало глаз. От качества работы этого коллектива во многом зависит наша с вами безопасность и красота нашего города. И надо сказать, что работу свою специалисты знают и ведут целенаправленно. У нас 9 тысяч квадратов. Где-то эти улицы подразумеваются на штрих-пунктирные линии, на пунктирные, но сделать 9 тысяч квадратов, это, конечно, большой кусок работы, но нам это по силам. А теперь только прикиньте, какое хозяйство предстоит привести в порядок. Сегодня в городе 48 светофоров, почти 300 обозначенных пешеходных переходов, 900 турникетов, бесчетное количество дорожных знаков. Мы выпустили 4 единицы транспорта, и по 2 человека работают на разметке. Кроме этого, у нас же еще есть и турникетное ограждение, которое надо красить. Кроме этого, у нас и светофорные объекты есть, которые надо строить, это по улице Брестской. Ну, я думаю, что мы справимся. Так что есть уверенность, что появятся или уже появились необходимые надписи и разметки, чтобы городские дороги стали яркими и заметными, и всем участникам дорожного движения стало комфортнее и безопаснее на дорогах.